вас ждет рубрика «Качество жизни». Многие люди считают, что бесполезно заниматься своим здоровьем, потому что сейчас нынче здоровье дорого. Но это не так, друзья мои. Именно нехитрые способы самодиагностики позволяют человеку сказать, здоров он или нет. Сегодня вас ждет один из видов самодиагностики от Сергея Агапкина. Но на самом деле, если быть точным, то это тот вид диагностики, который не от Сергея Агапкина, а от автора этой методики Ромберга. Это немецкий врач, который когда-то нашел очень тесную связь между способностью человека сохранять равновесие и различными видами нарушений состояния здоровья. Тест на равновесие? Да. Это тест, который позволяет не просто определить, насколько устойчиво вы стоите на ногах. Это тест, который позволяет определить ни много ни мало, а ваш биологический возраст. Вот даже как. И нам наверняка понадобятся добровольцы. Конечно. Мы пригласим вас. 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 Так. Мы позовем вас. И еще одного человека. Я вот думаю, вас. Идите-ка к нам. Итак, в чем будет заключаться тест? Должен сделать небольшой экскурс. Что же такое проба Ромберга? Существует несколько вариантов этой пробы. В самом простом варианте человек стоит, поставив ноги вместе, вытягивает руки перед собой, разводя пальцы, и закрывает глаза, и удерживает равновесие. Это самый простой вариант теста для людей весьма больных. И у этих людей зачастую даже само сохранение равновесия с закрытыми глазами просто невозможно. Мы с вами будем выполнять более сложный вариант, который выполняется стоя на одной ноге. Мы с вами встанем вот так, согнем одну ногу, вот так, вытянем руки вперед, разведя пальцы в стороны, и закроем глаза. Самое важное, что у нас с вами будет происходить, мы будем засекать время, которое вы сможете провести в этой позе. Старайтесь сохранять равновесие, ни в коем случае не открывайте глаза. Итак, наши добровольцы готовы? Не совсем. Не совсем. Дело в том, что для того, чтобы эту пробу провести объективно, мы должны выполнять ее босиком. Да, и поэтому мы сейчас построим наших добровольцев вот там в проходе и попросим их разуться. Прошу вас, господа, проходите. Для того, чтобы уравнять шансы. Так. Чуть дальше. Вот, стойте здесь. Прекрасно. Можно пошире встать, чтобы было удобно. Так. Можно разуваться. Полы у нас в студии чистые. И с подогревом, что немаловажно. Да. Итак, секундомер вас ждет. На старт. Внимание. Встаем на одну ногу. Вытягиваем руки и закрываем глаза. Время пошло. Так. Первый ушел с дистанции, второй ушел с дистанции, третий ушел с дистанции, четвертый пока еще стоит, но почему-то ходит куда-то. И тоже ушел с дистанции. Но... Так. Один из пяти. Итак, 70 секунд. 70 секунд простояла девушка. Первые три испытуемых простояли ровно одну секунду. И молодой человек упорно балансировал до 11 секунды. Что можно определить, Сергей? Настала пора подвести не совсем приятные итоги. Давайте посмотрим на экран. На этой таблице представлено соответствие времени удержания этой пробы и биологического возраста человека. Как мы с вами видим, в большинстве случаев неутешительные результаты мы получили. Михаил, я предлагаю поговорить с каждым из наших героев. Сколько вам лет? 24. 24. 24 года. Время удержания позы – 1 секунда. Биологический возраст, если верить этим научным данным, около 65 лет. Давайте пытаемся разобраться, как у вас обстоят дела со спортом? Смотрю иногда. Понятно. Перейдем к следующему испытуемому.
Так, вы в курсе, что вам больше 60 лет? Так точно. А вообще вам сколько? 41. 41. А что такое? Что со спортом не дружит? В неделю 3 раза в бассейн. В неделю 3 раза в бассейн. Ну, это да. Неплохо. Да. По километру. А что у нас со вредными привычками? Остались. Остались. Угу. Да. Покуриваете, видимо? Да-да. Ну что ж, результат, в общем-то, закономерный, потому что, как известно, курение существенно влияет на систему кровоснабжения, в том числе кровоснабжение головного мозга. Поскольку равновесие – это в первую очередь не столько функция нашего тела, сколько функция нашего мозга, сохранение равновесия, то нарушения мозгового кровообращения, они сказываются на результатах данной пробы. Это говорит о том, что все-таки состояние здоровья не очень. Как вас зовут? Татьяна. Танечка, сколько вам лет? 57. Почему так происходит, Тань? Не получается никак заняться. Не получается никак заняться спортом. Угу. Чем вы заняты? Баллотируетесь, Танечка? Нет, работаю. Хотите стать депутатом? Нет, работаю. Кем работаете? Бухгалтер-кассир. Бухгалтер-кассир. А тут мы с вами, кстати, приходим к другой крайности. Дело в том, что у людей умственного труда, с одной стороны, у них лучше кровоснабжение головного мозга, поскольку он все время активно работает, но зачастую детренированность тела не позволяет сохранять равновесие на протяжении длительного времени. Поэтому сидячий образ жизни тоже не вариант. Нет, надо заниматься спортом. Я знаю. Я вас вы знаете, но не занимаюсь. Так, молодой человек, который начал отплясывать ГПК на 11 секунде. На 11 секунде сколько ему лет сейчас? 60. Ну, где-то 55. Сколько вам лет? 18. 18? Да. 37 лет накинули. А вы вообще как-то тренируетесь? Какие виды спорта предпочитаете? На самом деле, скажите, вот в результате своих занятий у вас вообще там аварии, травмы были? Да. Профессиональные травмы в данном случае также могут накладывать отпечаток. Они существенным образом влияют на кровоснабжение головного мозга, на деятельность структур, которые регулируют наше с вами равновесие. Поэтому в данном случае это основание для того, чтобы обратиться к врачу. Невропатологу в этом нет ничего страшного, в этом нет ничего плохого. Необходимо действительно начать лечение, потому что кровоснабжение головного мозга восстанавливается. Это значит, что вы не просто сможете эту пробу сохранять, что и спортивные результаты ваши станут еще лучше. Спасибо. И проживете вы дольше, Ваня. Кто? Ну и что? Королева. Наша звезда. Королева бала. Сколько вам лет? 27. Что с вами? Почему вы здоровая? Да, вот вас 5 человек. Кто сказал, что я здорова? Вас пять человек. И только вы смогли эту пробу выполнить в полном объеме. Но на самом деле занятия на равновесие входят в мою зарядку. Покажите. Ну, на равновесие у меня одно только упражнение. Руки на пояс, ножки вместе. Встаем на мысочки, можно не очень высоко, и немножко корпус вперед. И так стоим до тех пор, пока не упадем. Потом ну-ка можно совершенствоваться, господа. Можно отводить корпус назад, влево и вправо. На носочках? Да. Угу. Ну что же, отрадно. Не курите наверняка? Я курила 12 лет, не курю 2 года. Фантастика. Мне кажется, что если бы вы не курили, вы бы еще до сих пор там стояли. На самом деле... Наверняка многим может показаться, что тест этот слишком простой и на самом деле ничего не демонстрирует. Для того, чтобы вам было понятно, что же в действительности происходит с человеком, который пытается осуществить данный тест, мы с вами можем прямо сейчас увидеть, как у человека работает центр тяжести. То есть как он движется по точке опоры и какие усилия на самом деле прикладывает человек для сохранения равновесия, даже стоя на 2 ногах с закрытыми глазами. Давайте отпустим наших гостей, оставим вот эту парочку спортсменов практически профессионально. Хорошо, спасибо вам большое. Присаживайтесь, господа. На самом деле, я думаю, что многим будет интересно сравнить результаты данного теста. Иван, на самом деле, сейчас мы с вами сделаем очень простую вещь. Здесь есть специальный прибор, он называется стабилограф. Вы встанете на него 2 ногами, вот таким вот образом, и будете сохранять равновесие. После чего вы закроете глаза и продолжите точно так же стоять на 2 ногах. Так, ну что же, Иван, вставайте. Мы с вами видим, где находится центр тяжести Ивана. И видим, насколько он смещается
когда Иван стоит с открытыми глазами. Обратите внимание вот на эту зону. И, Иван, попрошу вас закрыть сейчас глаза и продолжить сохранять равновесие. Я не понимаю, где здесь центр тяжести? Центр тяжести – вот эта точка, которая рисует вот эту сложную петлю. Иван стоит с закрытыми глазами. И мы с вами видим постепенно, что площадь вот эта начинает увеличиваться. То есть с закрытыми глазами человеку сложно контролировать положение своего центра тяжести. Он тратит на это больше усилий, в том числе усилий нашей центральной нервной системы. Спасибо, Иван. Ну что же, теперь попросим вас встать. И сейчас мы с вами увидим, как же отличаются показатели в данном случае. Мы с вами снова видим центр тяжести, его колебания. И видим, что на самом деле площадь, на которую смещается центр тяжести, она очень и очень небольшая. То есть, если в случае с Иваном... У Ивана картинка была гораздо больше. Картинка была больше, да. В данном случае колебания очень незначительны. Теперь перейдем к пробе с закрытыми глазами. Закроем глаза и посмотрим, насколько эти колебания увеличатся. На самом деле ключевая разница – это именно разница между сохранением равновесия с закрытыми глазами и с открытыми. Пока я не вижу никакой разницы. Именно. Именно это и есть показатель, который характеризует качество работы нашего вестибулярного аппарата и нашу нейромышечную связь. То есть связь нашего мозга с нашим телом. В данном случае действительно мы с вами можем увидеть, что рисунок практически не изменился. Спасибо. Спасибо большое. Ну что ж, вы положительный пример нашей программы. Приходите к нам, мы вас ждем. Будем делать на вас разные опыты. Присаживайтесь. Ваня, я думаю, что все будет хорошо. Выполните рекомендации Сергея, сходите к врачу, потому что в 18 лет, наверное, это сделать гораздо легче, чем в 40. Действительно. Да, конечно. Не грустите, Иван. Я не грущу. Все будет хорошо, присаживайтесь. Если ваши результаты, если результаты данного теста отличаются от показателей вашего календарного возраста, это в первую очередь может говорить о заболеваниях сосудистой системы, о нарушениях мозгового кровообращения, о заболеваниях периферической нервной системы. И в таком случае, безусловно, необходимо обращение к врачу-невропатологу, который назначит рекомендации, которые помогут восстановить работу нервной системы, сделают не только эти показатели равновесия,